Продолжаем выпуск. Износ медицинской инфраструктуры, первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе доложила министр здравоохранения Ажар Гениет. По информации главы Минздрава, больше 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов. Еще в 400 селах медобъекты расположены в арендованных либо аварийных зданиях. Также среди основных проблем медобслуживания на селе руководитель ведомства отметила низкое качество динамического наблюдения, недостаточную доступность консультативно-диагностических услуг. Обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в 2 раза меньше среди сельского населения, чем среди городского. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты. Кроме того, анализ кадрового обеспечения на селе показал дефицит свыше 1700 медицинских работников, в том числе свыше 1000 врачей. Отвечая на вопросы журналистов, глава Минздрава отметила, что в течение 3 лет уровень сельского здравоохранения поднимут до оценки «очень хорошо». Мы сегодня презентовали национальный проект модернизации сельского здравоохранения. Он будет продолжаться около 3 лет. С учетом, что будут модернизированы районные больницы, где будут дополнительные центры открываться. И я думаю, что в течение 3 лет мы поднимем уровень сельского здравоохранения на должный, как вы сказали, 4+.